путешествие на путях. Так, что нам теперь? Обнаружен незначительный перелом. Внимание! Состояние критическое. А что делать тогда надо будет? Thank you.
Так, куда нам пойти дальше? Отлично. Так, еще опять твари. Блин. Задолбали, блин. Сохраняемся. И... Ой, блин. Ладно, давайте на другую станцию. Никто другой туда не ходил. Пойдемте на другую станцию. Так, 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 так. Были. Энергия восстановлена до 5. Так, теперь вроде бы разобрался, как вот с этой, как раз с этим монорельсом. Или вагонеткой управлять. Давай быстрее идти. А! Что было? Яха! Чёрт. Здесь мы были. Подожди-ка. Стой! Кто откуда стреляет? Оттуда стреляют. Тут ничего нет, тут мы все проверили. Туда куда? Только вот такая вот фигня.
Да что ты? Куда-то, да? Опять! Чё, куда-то-то мы поедем сейчас? Куда стреляют? Если я сейчас спрыгну сюда, неприличие. Давайте полечимся, что ли. Так, ну все, вот этого должно нам хватить. О. Оп. Прости, пожалуйста. Хотя бы мы выход нашли какой-то. Какой-то выход нашли. Давайте забьем эти ящики. Здесь что? Ну, это пути, ладно. Так, тут. Нифига нету. Куда все мои патроны-то делись?
Так, чё? Ну там какие-то коробки есть. Во, все, хотя бы какое-то количество аптечки мне удалось раздобыть. Так, и мне кажется, вот надо вот так вот идти. Ой-ой-ой-ой! Оп! Норм-норм. Где? Кто стреляет? Кто в кого? Здорово. Фу. Хоть какое-то количество. Кто? Кто это был? Отвалите, блин, от меня! Фу, аптечка. Давайте используем ее по назначению. Там какая-то дыра, ну ладно, попозже в нее зайдем. Сначала. Воу, воу, воу! Как я понял, как-то вот отсюда же надо забраться. Я сейчас. Ты оборзел! Я-то думаю, что в меня стреляет? Вот сидит на моей морде тоже мне. Так, давайте здесь сохранимся. Опа. Теперь вот сюда нам надо. Да что ты делаешь? Ты засранец. Я тебя не просил его двигать сюда.
И все. Вот за этим мы сюда спускались. Я думал, тут обход какой-то. Энергия восстановлена до 45%. Я думал, тут какая-то это обходной путь. Такая вот штука нас поджидала. С одними боеприпасами. Ну ладно, сохраняемся опять же. Так, где-нибудь есть еще аптечки? Нет. Так, здесь, по крайней мере, нет ничего, да? Нам только сюда вот. Блин, а как же я пройду-то? Мимо него, он меня аж завалит сейчас. Ой, бляха. Энергия восстановлена. А, ну мы на рельсу с током как раз-таки наступили. Ладно. Зато я буду знать, что там вообще кто-то есть. Оп, все. О. Вон оно как. Ай! Требуется медпомощь. Ну, слезать надо, наверное, вот здесь, да? Нет? Все, мне кажется. Тут что есть? Аптечка. И патроны. Ну, хорошо, что аптечку нам дали. Что ж, поехали. Таким вот макаром мы проедем сейчас, я надеюсь.
отлично. Я всего лишь коснулся пулемета. В чем проблема? Значит, касаться пулемета нельзя. Вообще. Так, отлично. Ну ладно, будем знать, что касаться пулеметов тоже нельзя. Стрелять тоже рядом с пулеметами, похоже, нельзя. Давай побыстрее едь, а? Тут скучновато. Так, вот, я здесь даже сохранюсь в этом месте. Еще раз сохраняемся. Стой, 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 стой! Это как раз таки там я и был, на той стороне. Так, давайте еще раз сохранимся. Что там нас дальше ждет? Интересно. Блять, у меня патронов нету. Это плохо. Ну, вот так примерно. Гады. Дайте мне излечиться, блин. Все. Я походу не всех тут завалил. Так, тут что есть? Значит, мне надо как-то шлагбаум про. Так сделаем.
8 подствольных гранат осталось. Так, ладно. Заряжаем костюм. Насколько хватит, заряжаем. Так, поднимаем шлагбаум. Ага. А, вон наша вагонетка стоит. И... Ну, давай же, Гордон. Так, где наша вагонетка-то застряла? Вон она. Это наша вагонетка? Это наша или не наша вагонетка? А, ладно, фиг с ним. Даже если не наша. Мне все равно. Восемь подствольных гранат у нас сейчас. Хватит, чтобы толпу обезвредить. Пусть побыстрее чуть-чуть едет. Так, тут придется замедлиться. Засады нету. Что ли? Так, как мне туда пробраться? Так, отлично, шкаф полетел. Отлично. Так. В смысле ты без меня? В смысле? Черт. Шлагбаум поднят. Все норм. Аптечкой запасаемся и идем дальше. Сохраняемся.
Воу-воу-воу! Во! Нахрена мне этот пулемет? Хоп! Едем дальше. Сохраняемся на путях. Опять стенка. А, нет, подожди, это этот. Давайте вот здесь остановимся. Я хочу посмотреть. Там так и стоят ящики. Блин. Они же огнеопасны, подожди. Ага. Ладно. Не будем рисковать судьбой. Поедем дальше. Хотя мне кажется, что нам именно туда и надо было. Здание. А, ну вот. Ну вот. Чё? Тут ничего нету. А, ну подожди, может быть, если вот отсюда попробовать? Подствольные гранаты, как подствольные гранаты. А что нам это дало? Как бы ничего. Знаете, сейчас что мы давайте сделаем? Как бы кнопки лифта тут нету. Хоп. Ой, а чё я тут-то не разбил? Подождите, может быть... Что-то тут я забыл. Давайте посмотрим, сходим. А, ну вот коробки. Есть коробки, в которых может быть что-то быть. Так-то коробки так долго разбивают.
называются. Ну все, шлагбаум не опускается. Закрыто. Значит, нам только один путь. Куда-то туда. Куда-то туда нам. Больше я не вижу никаких этих идей, куда нам ехать. Что нам делать? Так, там мы смотрели. Давайте, значит, до самого верху. У меня такое ощущение, что мне вот туда и надо. Через эти... Давайте попробуем проскочить. Все. Стой, стой, стой! Фу. Успели. Хорошо, что я не на большой скорости ехал, а то сейчас взорвался бы нафиг. Так, давайте сохранимся даже на этом моменте. Так, что там дальше-то? Надо по-другому, давай. А, ну меня коробкой убило, все, я понял. Вообще офигенно. Придется, я говорю, только на картонах. Все, я думаю. Сохраняемся. Коробом на скорости подниматься. Тут опять снижаем скорость. Стой, стой, стой! Так. Сохраняемся. Тут мы не пройдем, да? Поехали, значит. Так и будем. По крайней мере, меня не ушибло. Оп!
Ну и все. Пять? Что за фигня? Заряжаемся. На всякий пожарный. Так, ну давай побыстрее. Побыстрее будем ехать. Током-то бьет. Там мы не поедем. Подожди, мы здесь, по-моему, были. Или не было? Были или не были здесь? Увидели. Вот это артиллерийская установка. Вот этот чувак потрахает его чувака. Так, сядем, пожалуй. Меньше топа. Так. Так. А, ну вот почему коротает. Там он... Ага. Сохраняемся здесь, возле этой турели. Ну, по крайней мере, знаете, даже не до это, не до 9% у нас. Если бы я среагировал, я мог бы еще сохранить проценты жизни. Так, давай побыстрее уже едь. Доедем до того поворота. Как раз таки. Сейчас я даже присяду. Отлично. Так. Нам... Положение критическое. Нам надо вот куда-то вот сюда. Что ли? Капец. Так. Но это не то сохранение. Вот это мне нужно сохранение. Так, примерно вот здесь, а и там еще возле поворота сохранимся. Это сейчас ток у нас будет. Так, сейчас тут сбавляем скорость. Сбавим скорость тут. Опять прибавим. И вот тут вот убавляем. Давай чуть вперед. Я вот тут вот слезть мог. И вот тут сохраняемся. Так, вот так вот пойдем. Так. И опять куда-то лестница. Да.
Уфу. Главное сейчас к турелькам близко, наверное, не подходить, скорее всего. Гордон. Это испытание на прочность нашей с тобой брони. Как бы, вот, знаете, тут так пройти, чтобы турельки не активировать. Тихо. Оп! Да. Это вот уже будет слегка трудновато, потому что... Хоп! Чувак! Сволочь. Положение. Ничего, чувак, я сейчас с тобой разберусь. Да я понял. Положение критическое. Я понял. Я вообще пришел вот за этой фигней сюда. Так, давайте сохранимся. Так, вот я вышел уже. Отлично. Спасибо. Никак. Видать. Ага. Кто? Кто меня замочил? Я вышел опять. Оп! Оп! Как так? Кто? Кто стреляет из гранатомета?
вон он где, падла. Блин, офигеть, а. Где снайпер? Вот. Ну-ка, если это он, точняк. Точняк кто-то был. О, интересно. Подожди-ка. Так. Главное вот сюда не свалиться. Я как бы добрался. В смысле, я как бы добрался до этого. Ой, вон нафиг. Двигайся. Здесь что? Здесь какой-то шахта, лифта какая-то. Поляха, чё я отсюда уже не выберусь? А там чё? Если их нафиг взорвать. А, они реагируют только на людей. Ясно. Еще вот, а как оно значит? Значит, так просто мы... Ничего себе, блин! Как-то я вошел. Воу! Воу! А, здорово!
Вы сдохли от моей гранаты, нет? Оп. Ясно. Все. Че? Что я сделал? Пакета улетела. Точно. Не знаю, правильно я это сделал, неправильно. Тут была единственная кнопка. Может быть, я неправильно сделал. Меня выпустят? Во! Меня выпустили и дали даже дали аптечку. Ну ладно. Что тут я могу сделать? А. Ну, шахта лифта, скорее всего. Она же открыта теперь. Шахта, ракетная шахта открыта же теперь, да? Мне кажется, теперь нам... Ай-яй-яй! Блин. Заканчиваем аптечку. Все. Ну да, все. Теперь можно, наверное, выходить уже. Так, отлично. Вываливаем отсюда. Двинься. Сохранимся. Серьезно? Ну в смысле? Я думал, шахта лифта теперь открыта. Чё вот это? Это похоже на боеприпасы какие-то. Обнаружена кровь в квартире. Пошёл нафиг. Но... Так, ладно. Там мы ничего не нашли. Давайте вот это сохранение. 60%. В смысле, а куда мне теперь надо-то?
Так. Полистал я тут гид. И, короче, что такое? Полистал я гид. И, короче, надо вот так, короче, делать. Вот какая-то дверь есть закрытая, которая раньше была... Которая есть открытая дверь, которая раньше была закрытая. Нам туда надо. Оп! А, ну, наверное... Вот эта дверь? Обнаружена кровопотеря. Нет? Не она? Подожди. Какие-то эти... Ага, все. Норм. Ну залазь ты, Гордон. Так. Где выход-то? Алло? Где выход? Я сейчас задохнусь просто. Да я не могу найти выход. Езжай сам туда. Сдохни, гад. Так. Ну что ж, давайте на этом, наверное, завершим нашу миссию. Как видите, не зря я слез с поезда после второго раза. Завершим на этом нашу миссию. В следующей серии мы начнем вот как раз таки эту миссию под названием «Предчувствие». Нехорошее предчувствие. А на этом мы с вами заканчиваем. С вами был Виктор. Всем до встречи. Всем пока.